посвящается одному из сыновей, ушедших в Россию, Игорю Талькову. До конца не допел, оборвали куплет. Кто-то властной рукой на курок нажимает, и слезой октября видно в Божий удел. Вновь душа от земли навсегда улетает. Да в России поэт все равно, что пророк, только глазу его здесь почти что не внемлют. Видно, короток век, кого выберет Бог, и нечасто пророки вступали на землю. 9 граммов свинца за стихи и за веру Христову, за стояние в вере. Но терновый венец приравнял ко кресту, да сподобит Господь и откроет в рай двери. Стучать до сердец, слово правды зажечь, Божью искру в душе, долг поэта в России. Божий дом устоит, если вера жива, и возносит до Бога молитвы святые. До конца не допел, оборвали куплет, кто-то властной рукой